Ух ты, и снова я. Александр Криволап, печенеки. Ребята, смотрите, какая красивая розочка. М? Красавица, да? Ай, красава. Красивая. Очень красивая розочка. Смотрите. М? Красавица. Вот рядышком еще одна. Смотри. Здесь красавица. Красавица. Розочка красавица. Вот идем дальше. А здесь, смотри. Смотри, какая розочка. А? Это 19 числа был у нас град. И чуть-чуть. Чуть-чуть потревожил розочки. А такая розочка, смотри. Красивая, да? Красиво. А такая вот розочка, смотри. Смотри. А такая маленькая. Маленькая красавица. Где-то сантиметров, наверное, высотой 20. А красивая, да? Красивая, да, ребятки? Смотри, какая. Маленькая, но красивая. А вот такая розочка. Смотри. Красивая, да, ребят? А вот такая, смотри. Смотри. А вот такая. Ай-яй. Красавица. Розочки красавицы. Сейчас еще одну посмотрим, ребятка. А такая, ребят. А такая розочка красавица. Красавица, да? Розочки красавицы. Еще две розочки не расцвели на этой клумбе. Это клумба, ребята, соседи. Это клумбочка соседей. Ну, я балдею. Это этой розочки. Маленькая, но удаленькая. Тоже сантиметров, высотой сантиметров, наверное, 25-30. Ну, это... Это превосходная. Темно-красная. Смотри. Красавица, да? Ну и сюда мы подойдем. И на этом мы, наверное, закончим этот ролик. Розочек соседей. Ну все, ребята. Всем пока-пока. До скорого. С вами был Александр Криволап. Печенеги. Пока-пока, ребята. Пока. Ну, я балдею. От этой розочки я балдею просто. Я балдею, ребят.
не хочется уходить. Я балдею. Ну все, я заканчиваю. Ну все, пока-пока. До скорого. С вами был Александр Криволап, печенеги.